Ethereum Classic. Это хардфорк Ethereum, запущенный в июле 2016 года. Его основная функция – быть сетью смарт-контрактов с возможностью размещения и поддержки децентрализованных приложений DApps. Его нативный токен характерно называется ETC. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. С момента запуска Ethereum Classic стремился быть отличным от Ethereum, а техническое направление развития двух сетей со временем расходилось все дальше и дальше. Ethereum Classic изначально намеревался сохранить целостность существующего блокчейна Ethereum после крупного взлома, который привел к краже 3,6 миллионов ETH. Ethereum Classic на самом деле является унаследованной цепочкой Ethereum, и поэтому ее настоящими создателями являются оригинальные разработчики Ethereum – Виталий Бутерин и Гевин Бут. Ethereum Classic возник как сет, который не откатывала блокчейн. Разработчики заявляют, что у проекта нет официальной команды, и что его глобальное сообщество разработчиков – это свободное от ограничений демократия, в которой может участвовать каждый. Основная цель Ethereum Classic – сохранить блокчейн Ethereum в том виде, в котором он был изначально до искусственного противодействия взлому DAO. Изначально он был привлекателен для тех, кто не был согласен с решением Ethereum. Однако с тех пор унаследованная сеть приобрела широкую базу поклонников, в которую входят крупные инвесторы, такие как Барри Сильвард, CEO инвестиционной компании Grayscale. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Это добровольческая организация. Разработчики ETC не ставят своей целью превращение сети в коммерческую организацию. Пользователи платят комиссионные сборы, как и в Ethereum, а майнеры получают их за проделанную работу, благодаря которой работает алгоритм доказательства работы – Proof of Work. В отличие от Ethereum, Ethereum Classic не планирует переходить на алгоритм майнинга доказательства доли владения или же Proof of Stake, в то время как множество разработчиков продолжает работать над будущими улучшениями, а в первую очередь решениями для масштабирования. Сеть Ethereum Classic защищена с помощью алгоритма доказательства работы, но будущей цепочкой меньшинства она сама подвергалась регулярным атакам. К ним относится несколько атак 51% для получения контроля над хешрейтом майнинга и выполнения ложных транзакций, а также двойного расхода монет, последняя из которых произошла в августе 2020 года, но атака закончилась неуспехом для хакеров. Конечно, оригинальный Ethereum и данный коин расходились давно и развиваются отдельно, поэтому они как две разные монеты со схожестями. Этого коина поддерживают и используют люди, которые полюбили концепцию раннего Эфириума и не были согласны нововведениям. Но все же коин продолжает развиваться в том направлении, которого считают более эффективным. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ройс Диксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.